Ой, моя матушка, залипайки. О, боже мой. Это же такая редкость. Раритет прям. О, залипайки, как круто. Ой, блин. Сейчас хочу хлопушку сделать. Блин, какая крутя. Залипайки, господи. Как-то громко было. Ой, как круто. Господи, офигеть. Какой дом-то старый в Химках. Прям вообще. Такой чистый СССРовский дом, можно сказать. Остановился. Давайте его отправим. Как же круто здесь, блин, отдельный вызовник на каждый лифт. Офигеть. На 12-й. Ой, круть вообще, а. Это же залипайки. Раньше у СССР все лифты такие были. А сейчас, конечно, эти залипаки раритет и редкость. Как же это круто. Залипающие кнопки, еще эта хлопушка можно устроить. Боже мой, какая круть, а. Просто так рад, что они здесь остались. Их еще пока не будут заменять в ближайшее время. Круто, конечно. Боже мой. Что, не хочет ехать, смотрите-ка. Не отправляется. Зато здесь вот очень прям хорошо, то что здесь на каждый лифт свой вызовник, потому что не нужно лифт отправлять и ждать, пока другой приедет. Можно сразу второй вызвать и даже гонки устроить. В общем, круче. А раньше так всегда было. Сейчас такого уже нет.
конечно, шумные. Это прям жесть, реально. Они прям очень шумные такие. Чпаньк! Чпаньк! Ой, какая же грудь, блин, а! Ой, сейчас я ту кнопку нажал. Рановатая. Блин, какая же грудь, а, господи, хоть, конечно... Они не пошарпанные все, вот такие вот, прямо вот уже, знаете, отжили свое. Ну, блин, такая круть прямо, а. Боже мой. Что останавливается все время. Давайте на этом поеду. Еще раз хочу. Сейчас он закроется, я его снова так сделаю. Давайте. Так. Это, конечно, око из кнопки идеальное. Здесь она уже вся пошарпанная, а здесь прям идеальная кнопка. Круть просто. Ой, какие же лифты хорошие, а. Это просто пипец. Это прям круть. Вниз, да? Не боишься тут шататься? А что? По темной лестнице. Да нет. Что, зря, а? Там всякие ходят. Непонятные люди. А ты один. А что он останавливается все время на каждом этаже? Ну кто вызывает? Когда вниз едет, он всегда останавливается. Когда вверх едет, не останавливается. Странно как-то. Поэтому в лифт может зайти кто угодно.